искусстве правда как-то странно выглядит. Да, расспросим. Хотя... Какой покажи пупочек? Трусы. А, нет, подожди, я сейчас натяну опять будешь. Вы видели, какой пупочек? Покажи трусы. Смотри. Всем. Нет, даже как тебе. У меня стандартный пупочек, смотри, а у тебя? Да, парадный. Ты выбирала? Наружу? Да. У меня раньше был. Парадный. Только я по потом обтянулся. Прикинь. Интересно, почему? Только дали подруги. У кого-нибудь было такое, чтобы пупочек втягивался? Нормально, кстати, тема. Я думаю, что класс. Куда втягивался? Ну, знаю, он был наружу, он был втянулся. Всосался, ты всосала пупок? У тебя не было пупок? Я ненавижу своего пропал хирурга, пупок. Который когда я... Пропал пупок! Помогите, найди пупок! Последний раз видели или здесь видно? Покажи пупок. Видишь? Да. Он видишь? Подожди, ай! Я в нутрь. Я смотрю и типа вижу пупок у педагога, который тоже переодевается в рубашку. Я такой. Он с вами переодевался. Да. Сколько тебе было лет? Покажи на кукле, где он тебя трогал. Я ж плюнул в него вот так сюда прилетело. Да, спасибо. Короче, и он так. Да, и он такой говорит, типа, ну, пупок, я такой. Что с пупком? А у него внутрь. Я так. Не, я такой показываю, а у меня вот так. Он такой, так это, ну, у всех такой пенис, а у тебя. Я такой делал. Так это у всех по-разному. Всем здравствуйте. Вот, и я такой, в смысле, у всех по-разному. Я до этого жил и никогда не думал, что у людей разные пупки. Типа, у кого-то внутрь, у кого-то наружу. Все зависит. Кстати, мне сказали о том, что пупок наружу — это неправильно завязанный пупок. Да. Это грыжа. Да. У меня, кстати, есть. Но не со меня тоже. А мне ее зашили. А. Зашили грыжу? Это как бы в мешочек? Я не знаю. Мне, короче, делали операцию, у него тут шрамик маленький есть. Вот, они что-то там сделали мне, чтобы у меня ее не было потом еще сильнее. Что они сделали? Я не знаю. Таблетку туда всунули. Рассасывайте.